Let's... О, опять, я думал призрак опять. Так, он меня запалил, что ли? Это он. Это он. Тот фотограф, что гандон. Точно, это он. Сибас рифмуешь сегодня нормально, Сибас молодец. Черт! Бля, опять фотоаппарат. Что это за хрень? Да фотоаппарат, это глава пятая, Сибас, все плохо. Окей, я пошел. Блядь, она сейчас упадет, пацаны, упадет. Вы что, дураки, что ли, упадет сейчас? Чуть не упала, придурки, блядь. Чего, бля? Это скажет тебе, что нужно, в смысле? И чё? Чё, сюда? Чего? Еба, в натуре, еба! Чего? Чего, давай? Присосись. Ты где? А, вот ты! Что с тобой? Давайте я еще раз постираю. Не, подожди. Что делать-то, блядь? Здорово, Сибас! Я Сибас. Как дела, Сибас? Да норм, Сибас. Сибас! Или это не Сибас, или это тот очкастый какого, непонятный, блядь. Да не, Сибас. Сейчас кремак будет, готовься. Бу! Нет. Я тебя своим бу расслабил, а ты еще раз обосрался, да? Шикарный прием, когда ты вроде ждал, вот он случился, а потом еще раз. Галюны себе. О, этот, как его? Лесли, блядь. Беги, Сибас! Беги! Ясно, стелс не работает. И она должна была убежать в склад, чтобы я его открыл, блядь. Да, сука. Бежала на склад. Твою мать! Умница. Там наверняка есть где спрятаться. Это я вот, знаешь, полез такой вперед паровоза, типа весь такой классный, пиздатый, открыл склад, а в итоге нельзя было его дальше открыть, просто потому что это по сюжету пока что рано, понимаешь? Рано. Ну вот, окей. Вот, теперь я на складе. Хорош. Че ты меня сфоткал? Я опять как долбоёб получусь. Давай перефоткаемся. Вообще неудачный момент. Из-под тишка так не фоткают, слышь. Любой из нас, когда не хочет есть суп. Она хочет вкусняшку и заставляет есть обычную еду. Сибас, не надо, блядь. Покатилась пивасик. Он сейчас разобьется, же, брат. Так, это раз на раз мы сейчас ушатаем. Здорово! Иди нахуй. Вот это приятная встреча, да? Она только повернула, сразу поебало получила. Красота! Гора, говорит, ломается, аккуратнее. А я типа качок, что ли? Я на одних руках подтягиваюсь. Дайте мне веревку какую-нибудь, она падает, все. Беги, блядь, отойди тут нахуй. Вы видали, нет? Видали, падает все. Проектор для слайдов? Да, всовывай. Откуда его в кошку. Моя память его выкопала? Из времен начальной школы? Нет, всовывай в кошку и сохраняйся. Сыбался! Иди нахуй от меня! Все, конь. Еще! Еще. Больше нету.
Больше нету, сука. Больше не дают. А знаешь, как можно сделать? Себастьян! Ой, все, пиздец, Себас устал. Беги, Себас, сука, не уставай. Нахуй. Так, нам нужно отсюда выбраться срочно. Опа. Черт. Почему? Это раз. Да беги, Себас, Себас, ты что, блядь, делаешь? Ёб твою, Себас! Это торжественный момент, где оркестр, где типа там тара-та-та-та-ра-тай, тара-ра-ра-ра-рай, ай-за-ри-ра-ри-ра-рай, ай-за-ра-ра-ди-ра-ди-ра, ай! Эй! Эй, вы там, снизу, смотри! Я тут! People ask me, what is the use of climbing Mount Everest? Чего? And my answer must at once be, да-да-да. It's of no use. There is not the slightest prospect of any gain whatsoever. Пара-бара-пам. Даже так? То есть какого хуя они не произносят, а, блядь, только так? Окей, это мне уже нравится. Это мне уже нравится, хорош. Себас, красавчик! Даже мне управление не дал. Молодец, Себас, давай всю игру прорвем. Я буду сидеть на тебя смотреть, ты будешь играть. Давай, Себас, давай кинцо посмотрим. Говорю же, мы на одной стороне... Какой, смотри-ка, я думал, его сейчас прострелят ногу нахуй. Попробуем еще раз. Я Себастьян Кастелланос. Ух ты, какая бедулька, блядь. Ой, отдай, сука. Я О'Нил. Эйприл, ты же девка. Лиам О'Нил. Что за... Хуйня! Опять они не договорили. Почему вы так боитесь этого слова? Но он же не может, вот серьезно. Как человек может просто идти и думать, что за... Какого... Это... Вот это какой-то неполноценный... Человек, он плохо разговаривает словами. Так, надо вебку не забыть перенести вправо, потому что слева тут у нас хпшечка и выносливость, я так понимаю. Здоровье. Окей, получено нож. Вот это хорошо. Вот это замечательно. Так, а вот тебе нож. Давай-ка ты сядешь и восстановишь все здоровье. Чего там? Какашку? Посрала! Я повесил ухо! Чего? Да куда ты? Во, я же тебе говорил, кассета! Смотри! Так это ты открываешь, нихуя ты умный! Это могло закончиться полным фиаско, блядь. Наше модное словечко, нах. Да восстанови здоровье, Себас! Сука. Молочные берега, блядь. А это мы увидим после рекламы. Опа, привет. Меня ж мурашками всего покрыло, меня прям пробирает. Павлин здесь. Ааа, нихуя себе, вот это да, блядь. Сколько мне писать эти бессмысленные тексты, сколько нужно вам моих исполнений. Хорош, да? Просто красава прям вот это. Ты же павлин, ты как депутат. Хотя без Б могу тут все и сделать. И давай кусики, мне нужны проблемы. Мне кажется, вот так нам вместе слишком тесно. Давай мы разойдемся, ты отдашь победу. Лишние слова тебе еще нужны сейчас? Вот тебе что-то сейчас сказать вообще по поводу того, что случилось или нет? Сколько мне писать эти бессмысленные тексты? Сколько нужно вам моих исполнений? Сколько нужно треков, чтобы стать известным? Нормально качаем, вообще нормально. Сколько мне писать эти бессмысленные тексты? Сколько нужно вам моих исполнений? Идеально, мать его!
Pop, 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 pop